сегодняшнюю эту пресс-конференцию, как так сказать, ну, мне стало известно некоторые факты, информация по поводу именно названия статьи, она была неправильно сформулирована, там должен был быть другой, где деньги Саша должен был называться. Саша, это, как вы знаете, Александр Кравченко. Подтверждена была информация, что подсчет средств, кинутых людьми города Ровно, проводился Александром Кравченко, Юлией Герасимовым. Ну, была подтверждена информация, что Татьяна Стермак, она как бы была главным комендантом, но комендантом, по сути, по факту, был Александр Кравченко на Майдане. Были выемки денег проходила в присутствии Александра Кравченко, а также Юлии Герасимовой. Вы видите по пришедшим людям на пресс-конференцию, которые были приглашены за столом, оказывается, сижу один здесь я за столом. Ну, так как ребята в силу своего возраста, в силу своего страха побоялись сидеть за этим столом, некоторые присутствуют здесь, есть в зале. Я после заданных вопросов журналистами, я думаю, они захотят сказать, если они услышат вопрос, на который они могут дать ответ. Еще что вначале хочу сказать. В принципе, больше ничего. Все остальные информации, что вы хотите услышать, задавайте вопросы, я дам ответ.